Доброго ранку. Що, шановні, наближаються дуже сильні морози. Кажуть, що навіть позначка буде опускатися до мінус 25 градусів. Як уникнути переохолодження, обмороження? Дуже актуальна тема. І поруч з нами вже спеціаліст, який нам детально про це розповість. Доброго ранку, Ігор Сербулов, хірург обласного шпиталю ветеранів. Отож, сьогодні будемо говорити про гіпотермію, так? А тож обмороження. Отож, саме актуальне запитання, що це таке і які симптоми? Обморожение и гипотермия, то есть общее переохлаждение, это разные понятия немножко. То есть общее переохлаждение – это когда страдает весь организм в условиях низкой температуры, да, холодного ветра, высокой влажности. И обморожение – это какое-то локальное поражение, то есть части тела. Чаще всего страдают конечности, руки, ноги, лицо обмораживается, уши. Вот. Ну, для легкости, то есть определение дифференцировки стадий разделяют на 4, то есть, ну, все мы в основном сталкиваемся в своей жизни, наверное, все ощущали, это первая стадия, когда есть легкое покалывание в руках, да, онемение какое-то, болезненное ощущение. Это первая стадия, и, то есть, она не критическая, и, в принципе, обратимая. Если уже говорить о второй стадии, третьей, четвертой, то здесь лучше, если с таким столкнулись, обращаться в стационар. Тобто 4 ступені є, да, вот, да, да. Угу. Ну, то есть первая самая легкая, все в детстве с ней сталкивались. Так, да. При якій температурі може настигнути нас оця перша ступень? Иногда люди заблуждаются, думая о том, что обморожение и переохлаждение вообще могут наступить при только минусовых температурах. Да. К сожалению, это не так. И даже при плюсовых температурах, но в достаточно сильном ветре и высокой влажности может наступить переохлаждение и обморожение. То есть даже плюс 6, плюс 8 градусов, это уже могут быть вот такие вот последствия. А через який час, оскільки варто пробути на вулиці, навіть при плюс 6, то що вже казати про мінус для того, щоб почались оці симптоми переохолодження? Ну, для каждого человека, в принципе, это индивидуально, да. Ну, оптимальные сроки, если это холодные условия, то до 20 минут, в принципе, человек без каких-либо последствий может находиться, пребывать на холоде. Вот. В дальнейшем ему надо перейти в теплое место, чтобы восстановить как бы, силы свои. Дивіться, перша ступень, вона не страшна, да? Там ви кажете покалывание, тобто яка допомога має бути? Просто прийти і зігрітися, да? А далі вже серйозніше. От давайте на серйозних таких зупинимося ступенях. Яка перша допомога? Які симптоми, що вже от серйозна справа? І яка допомога? Если говорить уже о второй стадии, то здесь бледность кожных покровов. Ну, она может быть и при первой стадии, да, но здесь бледность кожных покровов, начинает синюшность появляться какая-то. И самая главная характеристика – это появляются пузыри, заполненные жидкостью, светлой жидкостью. То есть главное, что ни в коем случае не пытаться вскрыть эти пузыри, выпустить жидкость, потому что плюс к тому, что уже есть у нас обморожение, да, может присоединиться инфекция, потому что тот, кто будет это делать, не стерильный, ну и вообще условия будут не стерильные. Да. Здесь лучше, конечно, согреть в первую очередь человека, да, наложить какую-то повязку ватно-марлевую, стерильную, да, бинтом обмотать хотя бы, и доставить человека в больницу. Вот. Первая помощь, естественно, согревание, да, можно дать какие-то таблетки обезболивающие, потому что боли будут достаточно сильные. Спазмолитики, банальная ножпа, то есть, чтобы снять спазм, потому что он является первопричиной именно вот этого вот нарушения этих в тканях. Вот. А уже в больнице с ним, естественно, разберутся, окажут квалифицированную помощь. Розуміло. Дивіться, дуже часто, коли люди обморожуються, приходять додому і до батареї там дослоняються або біля відкритого вогнища, або спиртом натирають, або водою гарячою. Це варто робити чи ні? Этого делать нельзя, потому что интенсивное согревание, оно может еще больше усугубить процесс. Лучше постепенно. То есть достаточно, если это легкая стадия, достаточно просто находиться уже в теплом помещении. Да? Какие-то легкие массажи, они допустимы. Маслом, например, каким-то? Растирание маслом нельзя делать. Потому что, ну, человек, если это вот начало ранний только период,
еще может не быть проявлений тех, которые пузыри, те же, они еще не появились, да, и человек, не зная этого, нанесет вред только от массажа, потому что будет это физическая травма, поражение кожных покровов. Массажи, втирания тоже это нежелательно, спиртовые какие-то растирания, это все делать не нужно. Скажіть, а як довго оці пузирі, волдирі від цього виліковуватися від домороження? Який час реабілітації від цього? Ну, если это вторая стадия, пузыри вскрылись, да, выпустили жидкость, до двух недель, в принципе, должны уйти все проявления. То есть онемение будет сохраняться какое-то время, но через две недели максимум, в зависимости от того, опять же, какой организм, какой это человек, покалывание, то есть... В течение двух недель все должно пройти. Если это говорить уже о третьей, четвертой стадии, то здесь сроки выздоровления, то есть это уже некроз идет ткани, и там, скорее всего, уже понадобится хирургическая манипуляция в виде удаления этих некротизированных тканей. То есть здесь сроки, если присоединилась, не дай бог, еще инфекция, то сроки, конечно, увеличиваются, и предсказать здесь так уже. Зрозуміло, дякую. Ходить думка, що найбільш схильні до гіпотермії, оцих всіх термінів переходження, діти і люди похилого віку. Ви погоджуєтесь з цією думкою чи ні? Да, і якщо так, то чому? Это абсолютно верно. Почему дети? Потому что организм, еще не сформировавшийся, и процессы терморегуляции, они не работают на должном уровне, как у взрослого человека. То есть организм не способен дать адекватную реакцию на либо же это высокая температура, либо это низкая температура. Поэтому для них это опасная ситуация. Если говорить о людях пожилого возраста, здесь уже присоединяются сопутствующие заболевания, то есть какие-то возрастные нарушения, обменные процессы нарушены, и те же процессы терморегуляции, они уже не работают должным образом. Поэтому они, эта группа риска, они подвержены в первую очередь. Розуміло. Теперь, что сделать, чтобы уникнути обмороження, переохолодження? Дехто вживає алкогольні напої, якщо планує довго знаходитись на повітрі. Це варто робити чи ні? Алкоголь употреблять перед виходом на холодний воздух, на вулицю, ну, нежелательно. Почему? Потому что... К сожалению, вот, статистика говорит о том, что основные масса случаев именно тяжелых переохлаждений, обморожений – это люди были в состоянии алкогольного опьянения. То есть почему? Потому что болевой порог повышается у таких людей под воздействием алкоголя. Он уже те стадии первые, которые почувствует адекватный трезвый человек, да, первые покалывание и боль, он их не почувствует. И поэтому только на второй уже, на более тяжелых стадиях, такой человек поймет, что с ним что-то не так. Да. Это если он еще недостаточно много употребил, он поймет. Да. А зачастую это заканчивается даже таким летальным исходом. Поэтому лучше, если собираетесь выходить на улицу, на холод, да, лучше одеться хорошо. Причем одеваться нужно так, от давайте да, зупинимось, як саме, тому що от ви кажете вільно одягатися, дуже багато хто натягує там декілька панчох, дуже затісне взуття. Це ж не варто так робити. Ні, звісно. Так, поясніть, будь ласка. Нужно одеваться свободно, чтобы и желательно, чтобы слои одежды друг к другу прилегали неплотно. Почему так? Потому что должна сохраняться прослойка воздуха между слоями одежды. Воздух, это будет по принципу термоса, вот, как бы сохраняться будет тепло, воздух будет его удерживать. Почему неплотно должно прилегать? Потому что должна быть свобода, то есть не должно быть никаких пережатых мест, то есть плотная обувь, неудобная, плотные какие-то колготы, гольфы, да, это все будет передавливать кожу, соответственно, будут передавливать какие-то мелкие капилляры в коже. Кровь не будет поступать в данные участки тела, и, естественно, это приведет к обморожению этих участков. Еще, да, грядут сильные морозы, кажут нам синоптики, прогнозуют. Какие еще вы можете дать порады или рекомендации для того, чтобы нам
пережити ці морози. Не звертатися до вас, скажімо так, за допомогою. Ну, если нет большой необходимости, да, то лучше, конечно, пересидеть непогоду дома. Но если, конечно, есть необходимость, все-таки надо выйти на улицу, да, прежде всего одеться хорошо. То есть, если остаются какие-то открытые участки тела, да, это лицо, щеки, уши, есть специальные крема, да, которые согревающие, которые влагоотталкивающие, то есть они помогут защитить от эти участки тела от обморожения, от обмерзания. Вот. В принципе, основное это то, что человек может сделать без особых усилий. Так, дуже сильно мене ще просили задати вам питання, що та наші глядачі, що робити при примораживанні кожи або слизової до залізних предметів? Дуже таке незвичне питання, ти роздивувалися, але таке теж має місце бути. Ну, це, звісно, да, це таке у всіх було, мабуть, і люди завжди експериментують, їм щось інтересне, нове. Як це воно буде, так? Як воно буде, так. Ну, отривати ні в якому випадку не можна. Потому что слизистая, зачастую это дети языком, да, или если взрослые люди влажными руками за что-то железное взялись, отрывать нельзя, потому что будет повреждение. Во-первых, поверхность та железная, которой произошло вот это вот прилипание, да, она не стерильная, на ней есть множество микробов и все. При отрывании и повреждении кожи эти микробы попадут в эту рану. То есть будет инфицирование. Ни в коем случае отрывать не нужно. Лучше, если есть возможность подышать, да, горячим воздухом на это место, оно буквально в секунды отойдет. Если есть возможность полить теплой водой, это тоже, в принципе, уберет. Самі такі основні рекомендації. Да. І ще насамперед таке запитання, чи зверталися вже до вас із обмороженням в цьому році? Ось в січні на початку. У нас, как бы, мы не оказываем экстренную медицинскую помощь. У нас люди уже приходят с последствиями, то есть тяжелыми. Да. Были, конечно, люди, которые перенесли уже более тяжелые стадии обморожения. Это третья, четвертая, наверное. Так. Да, это когда уже нужны были экстренные меры, такие как вплоть до ампутации, то есть конечности. А вообще в больнице скорой помощи уже за вот этот период времени по сводкам действительно много людей поступило с обморожением, с переохлаждением, поэтому нужно беречься. Тож дякую, тож бережіться, дослухайтесь рекомендацій нашого лікаря. Нагадую, що в гостях у нас був Ігор Сербов, хірург обласного шпиталю ветеранів. Дякую, що завітали, доброго ранку, гарного вам дня.